Здравствуйте! В эфире международный информационный выпуск «Середина земли». О новостях при Ангаре жителям Бурятии готовы рассказать журналисты телекомпании «Аист». В студии Илона Сумина. Наслаждение ароматом и вкусом, релаксация и бодрость. Чтобы ощутить это, вовсе не нужно заниматься йогой или быть парфюмером. Достаточно сделать глоток чая. В музее городского быта иркутских школьников познакомились с церемонией чаепития Южной Кореи и рассказали о традициях корейского ритуала, его философии и душевности. Туяна Немаева ощутила аромат чайного напитка, привезенного из страны утренней свежести. Привычному чаю в пакетиках в музее городского быта предпочитает традиционно корейскую церемонию чаепития дадо, что в переводе означает этикет для чая. Обдать кипятком первооснова качественного церемониала. Заварку настаивают в чаджу-джонзе, а затем разливают по чашкам дади. В отличие от японцев и китайцев, корейцы не склонны к жесткому канону ритуала. Чайная церемония в культуре азиатских стран всегда занимает особое место. Самым уважаемым гостям в Южной Корее подают специальный чай из фиников и орехов, потому что финики символизируют богатство, а орехи – здоровье. Кстати, чашка этого чая стоит 250 рублей. Чайный напиток в страну утренней свежести попал из Китая в 7 веке. Он высоко ценился народом, и до сих пор чайной церемонии придается большое значение. В ней отражается своя философия. Человек чувствует, насколько уважает тебя, и запах вот этого замечательного чая, аромат чая, тоже дает возможность ему испытать радость от общения, от того, что ближе к природе. Близость к природе ощущается и в каждой детали традиционного корейского костюма. Красота ханбока заключается в гармонии цветов, рисунков и четких простых линиях. В нем выражены философские взгляды и эстетические вкусы народа. Белый воротничок есть на каждом костюме. Обязательно белый цвет присутствует, потому что он символизирует нравственность девушки, чистоту. И этот костюм корейский национальный, он как бы не подчеркивает красоту, а наоборот ее скрывает, женственность. О том, какая она загадочная и самобытная, страна утренней свежести, иркутским школьникам рассказывают студенты из Южной Кореи и представители Центра корейской культуры. И государственный флаг Кореи имеет символическое значение. Организаторы проекта «Чайная радуга» считают, что такие встречи способствуют укреплению дружбы, взаимопонимания и доверия между народами. Цель основная, конечно, воспитание толерантности молодого поколения, чтобы люди знали, что мы все, с одной стороны, едины, с другой стороны, у каждого народа есть свое очарование, свое своеобразие. В следующий раз иркутян познакомят с бурятской, туркменской, китайской, английской церемониями чаепития, чтобы все желающие смогли оценить вкус самых популярных на Востоке и в Европе сортов чая и узнать о тонкостях его заваривания. Ценители уверяют, такой напиток способен сделать человека более здоровым и атмосферу компании приятной и душевной. Туяна Немаева, Константин Синицын. Новости сейчас. Русская сказка в бурятском исполнении. Накануне состоялась презентация двух с детства знакомых всем сказок «Теремок» и «Репка», переведенных на бурятский язык. Проект считается семейным и создавался около 50 лет. Презентация проходила при участии детских и взрослых бурятских ансамблей. Подробнее далее в нашем сюжете. Танцоры сегодня выступают и в роли первых критиков. Они оценивают выбор сказок и оформление книг. Они очень приятные и красивые, как будто сердце аж радуется. Я нашла интересное, как-то медведь зашел в домик, и он развалился. И они построили новый домик. Автор проекта Анжелика Мешкова – журналист, лингвист и издатель. Говорит, перевод русских сказок на бурятский язык. Задумка семейная. Этим занимался и ее отец. Сидя на берегу Байкала, Виктор Мешков от руки в тетрадь переводил сказки для своей маленькой внучки. Подглядывая в словарь, стал кропотливо этим заниматься. Вот, и когда я посмотрела, что получается очень интересно, когда он стал эту книжку свою от руки написанную читать своей внучке, я посмотрела, что это может получиться очень замечательная детская книжка. Повествование в изданиях на двух языках – русском и бурятском. На иллюстрациях – дед да бабка. Однако они, как и другие сказочные герои, в национальных бурятских костюмах. Вместо избушек – юрты. И даже облака нарисованы в традициях восточной живописи. Рисунки знакомят детей с основами бурятской культуры.
Жучка, низге дудва. Низге жучки есть. Жучка, а шабасудрие. На сегодняшний день издано две книги «Теремок» и «Репка» тиражом в 2000 экземпляров каждая. Большинство будут переданы в библиотеки и детские учреждения области. Остальная часть поступит в магазины. Эти книжки имеют очень большое значение для воспитания эстетических чувств детей, для обучения их родному языку, для понимания культуры своего народа. Детское книгоиздание в нашей стране – это вообще дело непростое, а тут тем более уникальный проект, который касается выпуска бурятских сказок. Но шаг за шагом проект двигался. Напечатаны книжки в Пекине. Это позволило дать проекту очень высокое полиграфическое качество. И книжки сделаны с очень большой любовью. Мероприятие закончилось традиционным бурятским йохором. Презентации детских сказок на бурятском языке также прошли в Усть-Орде и Улан-Удэ. Галина Чернева, Любовь Фефилова, Александр Барановский. Новости сейчас. Отличное выступление и, как итог, россыпь медалей. Сборная Иркутской области по пулевой стрельбе успешно выступила на первенстве Сибирского федерального округа. Всего в соревнованиях участвовали более 200 стрелков региона. С победителями и призерами турнира в Новосибирске встретилась наша съемочная группа. Для Надежды Колода первенство Сибирского федерального округа стало первым крупным соревнованием в карьере. В секцию пулевой стрельбы девочка пришла 3 года назад. В Новосибирске Надежда получила первый спортивный разряд. Ей не хватило всего немного, чтобы выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Кроме того, иркутянка завоевала 3 медали всех достоинств в упражнениях из малокалиберного пистолета. Самой спортсменке больше запомнился сам тир, где проходили состязания. Холодно было. Находилась в подвале, получается, тир. Все в кофтах ходят. Сложно было стрелять при холоде. Собралась силами, одела кофту и хорошо постреляла. Всего в соревнованиях участвовали более 200 стрелков из 10 регионов Сибири. На счету сборной Иркутской области 15 медалей. Из них 8 завоевали юниоры и 7 старшие спортсмены. В составе нашей команды, кроме Надежды, успешно выступили Артем Черноусов и Валерия Левченко. Молодой человек уже сейчас входит в юниорскую сборную России по пулевой стрельбе. Его партнерша по команде на первенстве выполнила норматив мастера спорта. Валерия вспоминает, как несколько лет назад впервые решила взять в руки винтовку. Все, как всегда, случилось неожиданно и случайно. Как бы съездила в свой лагерь, и туда приехали стрелки, и как бы дали нам пострелять, ну, чтобы у них как бы оживление, новые люди пришли. И Артем Магданов отдал мне номер тренера, и через месяц я уже пришла на тренировки первые. По словам тренеров юных чемпионов, потенциал иркутских стрелков очень высок. Сейчас Олимпийские надежды России занимаются в одном из лучших тиров Сибири. Нам директор Крупский Александр Константинович всегда идет на встречу, всегда помогает. И в этом году мы окончательно оформили его трудами, стараниями, тяжелейшими лицензию на право приобретения, хранения, владения оружием. Нам позволит еще более быстрыми шагами двигаться к конечной цели Олимпиаде, потому что у нас есть олимпийский резерв. Впереди у спортсменов первенства страны. Соревнования пройдут в марте в городе Белгороде. Иван Занько, Николай Крупченко. Новости сейчас. В Чите продолжается подготовка к международной студенческой весне. Специальными гостями фестиваля станут мировые и российские звезды журналистики, в числе которых ожидается и приезд тележурналиста Владимира Познера. Подробнее об этом расскажет моя коллега из телекомпании «Альтес» Марина Кузнецова. Здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Илона. В рамках международной студенческой весны журналисты проведут обучающие мастер-классы для студентов, встречи без галстуков и круглые столы на самые актуальные темы в журналистике. Кроме того, в Чите будет создан информационный пресс-центр фестиваля, куда будет стекаться вся информация и уже потом расходиться по всему миру. А теперь к другим темам. «Простой путь» – так дословно переводится название «Кудо». Это достаточно молодое японское боевое искусство. Дата его основания считает 1981 год. Школа является одной из самых сильных в мире. Есть увлеченные этим искусством люди и в Забайкалье. На днях с открытого первенства в Иркутске вернулись молодые воспитанники читинских тренеров.
Боишься? Не заходи. Зашел? Не бойся. Такой девиз украшает вход в тренировочный зал «Кудо». Оставив по традиции обувь за порогом, ребята отрабатывают физические упражнения, проводят спарринги, разминаются в регби и американский футбол. При этом они не встают с коленок. Молодым спортсменам необходимо хорошо владеть ногами и не забывать о борцовских приемах. Бой практически всегда можно перевести в парты. Здесь разрешены удары практически во все части тела, но есть строгие запреты, о которых напоминают на каждой тренировке. Удары ногами, вся разрешенная, кроме ударов в коленный сустав, запрещено, ударов в пах, запрещено. Все удары в область спины, руками, ногами, затылок запрещены. Открытое первенство Иркутской области принесло юным Никите Давыдову и Грише Субачеву второе и третье место в своей категории. Как говорят тренеры, немного недооценили одного из противников. Он хоть и был ниже ребят на 3 сантиметра. Но при этом на 3 килограмма тяжелее. Как следствие, тактику уже пришлось менять по ходу боя. Но не только этот фактор оказал влияние на исход боев. Труднее всего преодолеть им на самом деле вот именно себя, то есть собственный страх, собственное волнение, но когда это отходит на второй план у них, они могут показать очень достойную технику, очень хорошо. Проводя по несколько часов в зале, ребята тренируют и силу духа. Занимаясь кудо, юные спортсмены, как правило, имеют возможность похвастаться наградами перед своими одноклассниками. Бывает то, что какие-нибудь мальчики, ну, плохие, подходят кому-то и мешают, ну и надо кого-то защитить, можно постоять за другого человека. Как говорит глава федерации Анатолий Белокрылов, интерес к этому единоборству в Чите достаточно большой. Кто-то увидит объявление и придет на тренировку, посмотрит и затем уже включается сарафанное радио. В зал бегут одноклассники, знакомые, их братья и сестры. Свои отделения есть и в 11-й, 25-й и 36-й школах города. Приходят в кудо и из других единоборств – бокса, дзюдо, тхэквондо, кёкусинкая. Занимаюсь много лет спортивным карате. В конечном итоге я почувствовал, что оно превратилось в основном в разновидность спортивного соревнования, где просто спортсмены доказывают друг другу, что они быстрее, скоростнее, выносливее чуть-чуть и все. А кудо – это настоящее боевое искусство, которое использует наиболее эффективные приемы различных видов единоборств, и в нем можно, как и на соревнованиях, также доказывать, что быстрее и спортивнее, но также и для реальной жизни, для реальных поединков, для защиты своей чести, достоинства и да, той самой жизни. Пока своего зала у Читинской федерации кудо нет. Приходится арендовать. Но вполне возможно, что скоро свое отдельное место уже появится. Главной проблемой молодой федерации Анатолий Белокрылов считает отсутствие достаточного числа опытных молодых инструкторов. Занятия в основном проводит он и сын. После чемпионата Сибирского федерального округа, который весной пройдет в Томске, планируют аккредитоваться в Краевом министерстве спорта. Средства на проведение выездов нужны всегда. Без участия в соревнованиях, проведения боев с сильными соперниками не будет никакого роста. Антон Матушевский, Андрей Фадеев. Время новостей. Пьеса, которая уже стала классикой. В Чите прошла премьера спектакля «Двое на качелях». В главных ролях знаменитые актеры театра и кино Татьяна Арнтгольц и Григорий Антипенко. Постановка Московского современного театра «Антрепризы» уже покорила не один город в России. И вот большие гастроли по Сибири закончились премьерой в Чите. На сцене только двое – он и она, Литель и Джерри. Настолько разные, что удивляешься, как их свела судьба. А между тем легкомысленная танцовщица и адвокат, остро переживающий свой развод, отчаянно нуждаются друг в друге. Знаменитую драму Уильяма Гибсона режиссер Алексей Кирюшенко во многом упростил, добавив в нее юмор и жизненные ситуации. От этого спектакль не пострадал, скорее наоборот, стал более чувственным и эмоциональным. Ой, это тоже выйдет. Сами актеры признались, что, несмотря на непростые характеры своих героев, работать над ними им было комфортно. За время существования спектакля Татьяна и Григорий стали настоящим дуэтом, поддерживающим друг друга в сложные моменты. Если бы нам было некомфортно, мы разбирались уже там, не знаю, через полгода. Конечно, комфортно, да. Естественно, конечно. Полтора года вот живет спектакль, и, в общем-то, он такой остается. Нет, Танька вообще живой. Комфортный человек. Наверное, ну, что такое, да? Угу. Гришка-то можно так себя. Так что все хорошо. На актеров или на сам спектакль пришли зрители, сказать сложно, но зал был полным. И в самые ответственные моменты вместе с актерами зрители замирали. Ну давай, поговори с ним. Раз ты такой сильный! Ну давай.
Ну давай, давай, давай. Я вся во внимании. Глаза мои так и смотрят на сцену, на артистов. Вообще проживаю вместе с ними все эти, очень довольна. Знаю актеров, знаю их личную жизнь, в принципе, как бы, да, это очень такой удачный спектакль. В принципе, оба находятся в таком положении, каких героев играют сегодня. Мне очень нравится, что артисты играют от души. Это чувствуется, потому что иногда этого нет на сцене. Сегодня только они вышли, и это чувствуется. Очень приятно, что они для читинской публики работают так же, как и других людей. У нас хороший спектакль. Поэтому принимают, в общем, хорошо. Везде. И это радует. И главное радует, что и здесь, в общем, даже такая не избалованная публика, в общем, тоже оказалась достаточно театральной. Понимает, о чем мы говорим, понимает тему спектакля, понимает шутки. За качающимися отношениями Гитель и Джерри читинцы без устали следили 3 часа и, кажется, переживали их как свои. Актеры в разговоре с нами сказали, что такой опыт на сцене для них был очень полезен. Прямиком из нашего города Татьяна и Григорий отправятся в Москву, где они планируют вернуться к работе в кино. У нас сегодня 6-й спектакль, 6-й город, поэтому, в общем-то, мы, конечно, и подустали. Ну, хватит уже, конечно. У нас будет легкий перерыв, потом поедем по городам, повесим по другим. Ну, вот это был довольно приличный тур. То есть мы начали откуда? С Братска. И закончили Читой. Светлана Тулунова, Лев Нескромный, Время новостей. Монголия будет обогащать уголь сухим способом. Министерство горной промышленности Монголии, Министерство экономики, промышленности и торговли Японии заключили соглашение о внедрении в Монголии технологии сухого способа обогащения угля, то есть с помощью песка. С прошлого года начались работы, направленные на выполнение данного соглашения. Подробнее об этом расскажет ведущая новостей телекомпании АЭС Монголия Пуровдорж Эрдынанян. Здравствуйте, коллега, вам слово. Здравствуйте, Марина. В сентябре 2013 года из Монголии в Японию было отправлено 2 тонны угля. Госсекретарь Министерства горной промышленности Монголии Жакжет и официальные представители компании РДНС Монгол и РДНС Тавантолгой на днях прибыли в Японию и познакомились с результатами эксперимента обогащения угля сухим способом. В результате успешной реализации данного проекта в южных провинциях, где в основном преобладает пустыня, будет возможность строить завод для обогащения угля, который полностью будет соответствовать международному стандарту. А теперь переходим к другим новостям столицы. О них жителям Бурятии готовы рассказать корреспонденты программы новостей НЦАКТ и я, Пуровдорж Эрдынанян. В число великих религиозных деятелей монгольской буддистской религии и культуры незаметно входит Ундургеген Занабазар. Сегодня научно-исторический исследовательский институт Гандатекчелен и центр Ундургеген организовали конференцию, посвященную великому религиозному деятелю Ундургеген Занабазару. Первый Богдахан Геген Занабазар относится к роду Чингисхана Аймака Тушетхан. Он жил примерно в 1600 году, занимался изготовлением священных предметов и открыл культуру письменности. Символ государственности, который создал Занабазар, до наших дней почитается как государственная символика. Занабазар был не только главой буддийского религиозного течения, он также является автором многих дошедших до нас буддийских святынь. Поэтому наша молодежь и будущие поколения должны знать об этом великом человеке. Исторические документы гласят, что в 1688 году Занабазар основал храм Сарьдак, в который приходило поклоняться много верующих. До наших дней сохранился только фундамент этого храма. В этом году храму Сарьдак исполняется 360 лет. Чтобы лучше узнать историю этого великого сооружения, были проведены раскопки и исследованы окрестности. Согласно данным исследования, здесь стояло большое храмовое сооружение с 8 маленькими храмами. Во время раскопок на глубине 2 метров были найдены многочисленные обугленные деревянные балки. Это доказывает, что храм был разрушен пожаром. Организаторы считают, что сегодняшняя научная конференция позволит нам глубже узнать историю и культуру религии. В рамках конференции были представлены интересные доклады, один из них – глубинный смысл символики Сайомба. Цэн Сурен, Энгбилэк, АЭС Монголия.
Сегодня в школе номер 14 при посольстве России в Монголии прошла презентация спектакля «Юнона и Авось». Зрителями спектакля были ученики школы, их родители, а также учителя. Спектакль, который был очень популярен 30 лет тому назад, вновь оживает на школьной сцене, поставленный и сыгранный силами самих учеников. Впервые спектакль «Юнона и Авось» был поставлен в 1981 году. Со сцены звучали слова о верности, патриотизме и безграничной любви. Несмотря на прошедшие годы, спектакль по-прежнему популярен и интересен. Свидетельство тому – сегодняшняя презентация спектакля на школьной сцене, где в качестве актеров выступали сами ученики. Я очень рада, что сыграла главную роль в этом спектакле. Моя героиня – это женщина, которая ждала своего любимого 36 лет. И когда выбирали этот спектакль, мы хотели как бы обратить внимание на несколько моментов. Но как любой спектакль, это, во-первых, дает возможность детям на сцене раскрепоститься. Главные и второстепенные роли спектакля сыграли сами школьники. Было задействовано 40 учеников разных классов. Надо отметить, что это уже второй широкомасштабный спектакль, поставленный на школьной сцене. В нашей школе состоялась премьера замечательного спектакля. Наша версия «Юнона и Авось». Наши артисты, ученики-артисты очень долго к этому готовились. В спектакле было задействовано более 40 школьников. Они очень старались, очень волновались, но выступили очень хорошо, удачно. В спектакле, кроме талантливых учеников, задействованы и учителя. Ребята долго готовились к спектаклю. В итоге сегодняшняя премьера прошла успешно. Как подчеркнули учителя, участие детей в постановке спектакля помогает развитию творчества и эстетическому восприятию. Цинцурен Эвбилек, АЭС Монголия. Это были новости Монголии. Спасибо за внимание. Передаю слово нашим коллегам из Китая. На связи корреспонденты телекомпании CCTV Русский из Пекина. Телеканал CCTV «Русский» приветствует зрителей программы «Середина земли» в студии Максимилиан Раздольский. В ближайшие минуты я и мои коллеги расскажем о некоторых событиях в Китае. Пекинский театр в эти дни принимает заграничных гостей. На этот раз на гастроли прилетели артисты из Беларуси. Они привезли довольно необычную и очень музыкальную версию пьесы Чехова. На репетиции и первом выступлении побывала наша съемочная группа. О том, как свадьба пела и плясала на столичной сцене, в репортаже Андрея Федорова. Повторим, что? Кого? Ну, койки можно полторать! Сейчас уже все посетки, а 12-е. Актеров русский, белорусский, немецкий, французский и немного греческого. На суфлерах китайский и английский. На стольких языках не говорит ни одна постановка Чехова, кроме этой. В исполнении коллектива театра имени Янки Купалы. 5 лет назад он решился на эксперимент и создал на сцене что-то новое и совсем непривычное. Внимание у зрителей. Классическое произведение в авангардном стиле. Но все-таки эту необычную постановку чеховской свадьбы купаловцы называют самой удачной для гастролей. Ведь, по мнению режиссера, понять ее может любой, даже тот, кто не владеет иностранными языками. И дело все в оригинальности жанра саунд-драма. Это когда музыка намного важнее, чем реплики и игра актеров. Музыка в этой постановке – это главный герой. И он здесь повсюду. Пьеса построена так, что любой вздох, шаг или скрип стула – это тоже ноты. Кстати, основные языки пьесы – русский и белорусский – смешивали нарочно. Так и лучше звучит. А целостность происходящему на сцене придает музыка Стравинского и фольклорные мотивы. Понятие музыка у нас вот в саунд-драме, оно немножко шире, чем как бы традиционно считать. Есть музыкальные якобы номера, есть не музыкальные, есть речевые как бы номера. Вот у нас не делается различия между. То есть речь становится такой же составляющей музыки, как и все звуки, все до шорохов, в общем, буквально партитура простроена, и она является музыкальной партитурой. Музыка в этой постановке не единственный эксперимент режиссера. Чтобы удивить зрителя и добавить новых красок, все действие перенесено в советские годы. Но этот новый взгляд никак не повлиял на смысл, говорят актеры. На сцене все та же свадьба Чехова, где ждут генерала, много пьют и мало любят. Мы играем, но как бы это было сегодня по Чехову.
Мы не изменили ни одного, не добавили никакого текста. Мы играем только этим текстом, который у нас есть. Но здесь еще есть другой вариант, который подкупает очень. Это все видение этой свадьбы через вот эту уже взрослую женщину, которая вспоминает, как же это все было. Эта постановка пела и плясала уже во многих странах мира, но в Азии премьера. И как отреагирует пекинский зритель, до самого конца было непонятно. Ведь некоторые шли просто на Чехова. И о том, что он будет не классическим, узнали только в зале. Этот спектакль очень сильно отличается от классической постановки Чехова, да и вообще от всего того, что я видел раньше. Это очень смелый эксперимент, и он удался на все 100%. Теперь пьеса смотрится по-новому, мне очень понравилось. Ценности подняты, общие ценности человеческие, которые, наверное, понятны всем, независимо от национальности или возраста. Это доброта, это искренность, это простые человеческие отношения. А то, как оно было показано, это, конечно, это неожиданно для нас, потому что мы в Беларуси часто посещаем театр Янки Купалы, а этот спектакль, он, прямо скажем, не совсем подходит под их, ну, такой традиционный репертуар. Поэтому было интересно. Гастроли Белорусского театра имени Янки Купалы в Пекине продлятся до 8 марта. Свадьбу здесь сыграют еще три раза. После этого зрителей ждет премьера, на этот раз мировая. Впервые на заграничной сцене актеры покажут еще один свой спектакль под названием «Немой». Андрей Федоров, Цол Цюань, Ли Цзиньзе, CCTV, Пекин. Встреча Востока и Запада. В Шанхае открылась международная выставка современного дизайна. Новинки интерьера представили более 150 всемирно известных компаний. Большинство из них в Китае выставляются впервые. Чем удивили западные дизайнеры китайскую публику, знают мои коллеги. Классический европейский интерьер здесь легко уживается с азиатским хай-теком. Массивная коллекционная мебель и кресла, нарушающие все законы гравитации. На открывшейся выставке в Шанхае можно увидеть сотни предметов интерьера. Напольные настенные покрытия, светильники, сантехнику и различные предметы декора. Экспонаты привезли дизайнеры со всего мира. Многие европейские бренды представлены в Китае впервые. Нам говорили, что мы бросаем вызов, представляя современный европейский дизайн в Шанхае, но видеть реакцию азиатской публики на многие экспонаты – это просто фантастика. Шанхай – это город с историей, очень близкой с Европой в прошлом. Но и сейчас мы видим, что он охотнее других городов Китая, принимает новые идеи. Выставка в Шанхае для дизайнеров – это не только возможность познакомиться с новинками интерьера, но и обменяться опытом. В рамках мероприятия проходят ежедневные семинары. Западных специалистов интересует прежде всего производственная составляющая. Ведь, как известно, большинство фабрик по изготовлению предметов интерьера находится именно в Китае. Для нас, дизайнеров, чрезвычайно важно, что мы можем сотрудничать друг с другом и получать знания не только о продукции, но и о ее производстве. Ведь в нашей профессии нужно уметь не только использовать какие-то предметы, но и понимать, как и из чего они сделаны. Интерес к выставке среди жителей Китая огромный, ведь до сих пор у них не было возможности увидеть в одном месте все новинки западного интерьера. Некоторые экспонаты настолько покорили сердца, что их копии в этот же день можно было увидеть на интернет-сайтах китайских торговых компаний. Юлия Кут, CCTV. Ну что ж, это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире.